Органами внутренних дел и Следственным комитетом за совершение ряда разбойных нападений на лиц женского пола в Западном и Южном микрорайонах разыскивается молодой человек в возрасте от 18 до 30 лет, среднего телосложения, рост примерно 160 сантиметров, волосы темно-русые. Лиц, обладающих какой-либо информацией, просьба сообщить в МВД России по городу Кузнецку по телефону 02, либо в Следственный комитет по телефону 3 25 10.